Улица Полярная. Здесь в рамках муниципальной программы обустраивают тротуары и бордюры, устанавливают освещение и проводят озеленение. Общая площадь территории – 1770 квадратных метров. Срок исполнения – 1 октября. Но местные жители переживают и о другой проблеме. На данном участке дороги, когда тает снег и идут дожди, возникает огромная лужа, которая затрудняет движение. Когда весна, большой океан очень. Нам не пройти ни через дорогу, ни проехать. Здесь вообще? Стоков нет. Вообще ничего. Вот здесь, в этом месте, колодец какой-то планируется для стока воды? Вот здесь, в этом месте, вот в этом здесь, месте. Здесь по этой дороге нет, потому что здесь все. Здесь обещает. по весне, вот здесь как раз, вот здесь вода будет. Я слово скажу, здесь разуклонка выполняться будет. Ну, то есть отметки высот дороги. Они рассчитаны так, чтобы вода уходила в зеленую зону и вот по этим стокам на пустыре. А вот дорога на улице Авиаторов. Работы здесь проводятся уже 2 года. Тротуары укладывали прошлой осенью. Делали в ноябре, да какое может быть качество, когда снег шел и 20 градусов мороза? Это какое качество, когда закапывали столбики вот на такое расстояние и бетонировали? Сейчас строительство на этом участке продолжается. Переделывают просевшие тротуары, устанавливают бортовой камень, световые опоры, разбивают газоны. Здесь на следующей неделе приступим к фрезеровке асфальта старого. И укладка нового. Да, то есть формирование проектного рельефа новой дороги и укладка нового асфальта, естественно. У нас четкие рекомендации не перекрывать дорогу. Не перекрывать. Да. То есть работаем захватками, улица оживленная, здесь и маршруты автобусные, то есть рекомендации не перекрывать. Срок сдачи объекта – октябрь 2020 года. То количество, которое мы сегодня видели на улице Авиаторов, работников и бригады, работает оно минимально, и это растянутые сроки действительно будут дольше. Мы рекомендовали и по остановке сделать, выполнить, вы видели, что лакокрасочное покрытие еще, объект еще не сдан, а уже лакокрасочное покрытие уже нарушено. Мы это акцентировали внимание нашему заказчику, что при приемке мы уделим особое внимание вот этим объектам. По словам депутата, с предыдущего посещения объектов есть динамика. Выполнять работы необходимо качественно и в сроки, чтобы неудобства, которые сейчас возникают при транспортном сообщении и передвижении пешеходов, были устранены. Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».